Итак, сегодня мы решили устроить для Лондона небольшой квест, проверить его истинные хищнические инстинкты. Насколько они развиты, в данном случае обоняние. Вот у меня здесь сегодня свежие цыплятки, вот такие курицы. Сейчас он пока перекрыт в том вольере, я их здесь вот сделаю из них закладочки и посмотрим, насколько он учует. И потом запустим Лондона. Рома, будешь цыпленка? Да нет, спасибо. Мне кажется, он скорее всего запрыгнет. Конечно, он должен почуять и запрыгнуть. Так нет, он просто вот так вот запрыгнет и лапы ест. Ну, если он его учует. Так, второго давай вот сюда. Цыпленок. Цыпленок, да, вот, и второй здесь. Третьего. Давай куда-нибудь спрячем. Сюда? Куда? Видали? Опа! Так. Куда бы? Может, наверх куда-то? Так, сейчас. Ну, подсказывайте, куда можно снять эту цыпочку? Вот сюда. Рома, ты на куда лезешь? Аккуратнее, не свались. Так. Вот сюда, короче, вот третья будет здесь. Так, трех нам хватит пока, да? Хватит. Остальных я пока вынесу, потом в том вольере также сделаем. Я там на дерево хочу их напихать. Получается. Вот тебе вторая, третья. Да, три. И еще сюда. Нет, это уже многовато будет. У нас же еще ужин потом. Может, колесико? Да, давайте здесь в колесико просто положим сюда вот. Посмотрим. Ну все, Роман. А там у него точно открыто? Да. Да. Пошли кушать. Ну, давай, ищи. Ищи, кошак, ищи. Дим, ты иди куда-нибудь в сторонку. Пусти, давай. Ну, это мама. Это мама, да, это мамочка. Твоя мамочка. Давай ищи. Где птички? Пахнет хоть тебе птичками? Вот я заметила, кстати, у сервалов, в отличие от пумы, более острый нюх. Да что ты ругаешься-то? Он сейчас их просто, наверное, увидит. Да ничего он еще не видит. Он ничего не чувствует. Так, одна есть, по-моему. А где, кстати, одну учуял. Смотри. Ищи, ищи. Ищи, зайка. Так. Здесь где-то. Тепло, горячо. Давай, 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 малыш, пахнет. Ну, пахнет же, давай. Ай, как горячо. Ай, как горячо. Есть! Прикиньте, одна из... Раз, два, три, четыре. Одна из четырех есть. Вкусно? Мамки, можно поснимать-то? Никого не подпустят, меня только подпустят. Ой, кишочки. Не, не буду это снимать. Вот так вот. Сзади. Да, зайчик, сзади поснимай. Свежая птица. Ай, какая вкусная, Лонд. Мяу. Зайди, пошли еще искать. Все, все, молодец, все съел. Пойдем, еще, иди ищи. Еще ищи, где еще птички? Ну, пойдем, я тебе подскажу. Вот там, ап, туда, ап, ап. Вон там птица. Вот там птица. Ап. Делай. Ап. Да не у меня на руке. Вот там птица. Ап. Вот там птица. Все, бегай. Иди еще ищи. Звонок бы сменить мне уже. Лондон, еще есть три птицы. Пошли кушать. Пошли, иди ищи. Пошли, 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 пошли. Давай. Сюда подходи. Давай. Где еще? Где еще? Искать? Сейчас учует. Прямо около тебя, заяц. Прямо около тебя. Давай. Ну ты чё? Ну, Лондон. Ты чё, совсем ку-ку? Давай Диме за коленку. Ап, чашечку прокусил. Ап,
На, Лондон, иди сюда. Иди сюда, ко мне. Ко мне, на. Видишь, лапа? Ну смотри. Смотри, птица, смотри. Скажи, идите нахер со своим квестом. Сами ищите. Ну, ну, ну. Ну, да, есть. Да, есть. Учую. Где птица? Молодец. Моя киса, молодец. С мамкиной помощью. Смотри, Лондон. Вот еще. Вот еще. Вот птица. Лондон. Я уже подсказки тебе даю. Ты уже все доел. Лондон. Поснимай нас. Как красиво поснимай. Птица, вот. Вот еще. Вот еще. На. Смотри. Смотри, заяц. Ух ты, моя Пошли, где птичка? Пошли птичку искать. Ладно, пошли птичку искать. Это дети, Лондон. Там пакет, да, там курочки. Там перепелочки. Пошли, у тебя еще одна. Пойдем, потом перепелку получишь. Там нет. Ром, убери с виду тогда пока. Убери. Видишь, он... Пошли, смотри, птица. Смотри, птица. Птица, смотри, вон она. Вон, Лондон. А, давай, давай скорей. Смотри, вон она. Давай, 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 давай. А, Лондон, а. Молодец. Ищи птичку. Давай, ищи птичку. Вон она. Вот птичка. Птичку, птичку, птичку. Ищи, ищи, ищи. Да, посмотри. Отойдите, дети. Он не понимает наших слов. Сейчас он почует ее должен. Где птичка? Ну нет, Лондон. Лондон. Холодно. Холоднище. Лондон. Холодно. Там уже нету. Ты там съел. Зайка. Где птичка? Это Дима. Диму не надо есть. И там съел. Там все съел. Лондон, вон там птичка. Вон иди. Вон иди, птичка. Вон птичка. Лондон, птичка. Иди, а. Да, Масик, с обонянием у тебя какие-то вообще проблемки. Ладуся. Вот, вот, иди. Иди вон, вон птичка. Ну, пожалуйста. Давай, иди. А, вот туда. Вон она, Лондон, вон она. А. Не трогай Диму, нельзя. 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 Вон там птица. Иди. Пошли, 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 пошли. Пошли, иди сюда. Вон она, вон. А, Лондон, ну на. На, скорее, иди. Давай. Не, ни в какую. Но, о, Ром, тащи мешок. Я сейчас здесь. Нет, он нашел. Все. Все, молодец. Умничка. Давай, давай. Молодец, Лондон. Молодец. Ай, хороший мальчик. Ай, ты моя зайка. Нет, нет, я не ругаюсь. Я не ругаюсь. Я не забираю, тем более. Че ты так рыкнул на меня? Да, мой хороший, да. Вот такой квест у Андосика. Будь здоров. Что ты там выбираешь? Смотри, что у меня есть, ландыш. О, смотри, какая птичка. Гранд птица. Так, лежать, 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 лежать. Готов? Готов? Гранд птицу готов сожрать? Смотри, какая. Вау! Это перепелочка у нас. Это ему за труды.